Поездка с огоньком. В 6 утра на проспекте Строителей прямо на остановке общественного транспорта загорелся микроавтобус «Ситроен». Огонь распространился по салону быстро. Пожарные, прибывшие на место буквально через несколько минут после сигнала, с пламенем справились. Но от машины уже остался только каркас. Информацию о том, что это был маршрутный автобус, в МЧС не подтвердили. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Причиной пожара наиболее вероятная является техническая неисправность электропроводки данного автомобиля, двигательного отсека. Что касается резонанса, пожар или нет, ну, действительно, да, он произошел в центре города, напротив мечети, но на момент, по имеющейся информации, на момент возникновения пожара в данной машине находился только водитель, людей не было.